Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Dream Defender. Так, мы остановились на 11 миссии, но я думаю, что надо попробовать пройти все-таки 10 хотя бы на 2 звездочки. Оу. Какой милый дракон. Да. Его огненные снаряды не остановить орехом, зато можно сбить своими энергетическими выстрелами. Попробуем, отлично. Так, они, я пойму, в броне? Уже нет. Вылупляем. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Никаких хрю-хрю. Чётенько. Так, ой, не то. Так, их тут двое. Так, а тут носки, по-моему, будут летающие или... Или не будет, я уже не помню. Или тут... А, тут будут, наверное, скорее всего, несколько... Оу. Тут будут несколько драконов. Вон они. Давай. Морозим. Отлично. Бомбим. Очень даже неплохо, тебе скажу. Кстати, кнопки, ребята, поставил. Теперь намного удобнее. Не надо сюда переключаться. Все сделал просто по циферкам. Так. Давай. Блин, они подкрадываются ко мне. Разобрали. Как его там, катадемон? Или я уже забыл, как величать. Слушай, ну довольно легко у нас идет. И это хорошо, что легко. Давай сюда в атаку его. Фей, ты помогай мне. Ага. Ну. Успели. Так, опять носки. Носки. Готов. Переключаемся. Бомбим. Переключаемся, ребят. Свинюшки, да? Но это далеко не последние враги, потому что еще будет кто-то. Кто-то еще, носки летят. Демоны. Так, и... Свинюхи крадутся. Куда ты вот лезешь, а? И опять же, это не последнее. Ага. Так, переключаемся, ребят, потому что здесь идет демон. Здесь демон, здесь свинюха. Еще кто-то полетит. Кто-то еще сейчас пойдет. Опа. А дракончик-то надо как можно быстрее, ребят, нам уничтожить. Здесь разобрали. Разобрали. Отлично. Прекрасно. Бомбанули. Да ладно. Новое достижение, друзья мои. Идеальная победа. Звездочет 500 опыта. Так, смотри-ка. Если мы посмотрим видос с тобой, то получим еще 130. А так у нас 259 собрано. Ну что, 130, как говорится, в бонусе. И я думаю, что нам 410. Оу. Давай-ка пройдем по умениям. 410. Значит так, огонь, урон. Слушай, ну урон, я думаю, надо прокачать. По фулке, да? Темп. Наверное, мы навык сделаем. Это увеличивает силу огненных навыков. Оглушать. Так, оглушающий поджог. И 80. 80 остается, я никуда не могу потратить. Единственное, что жизнь. Стойкость. Это, а, повышает запас жизни дерева. А реген? Ага, восстанавливает здоровье. Ну, а почему бы не потратиться на наше дерево снов-то?
Я думаю, что все даже очень хорошо. Ну что, ребят, попробуем пройти 11-й этап. Новые, наверное, какие-то монстры будут здесь. Это кто? Это ожившая слизь, похожа на... Да, так его и зовут. Сопель. Крайне неприятный кошмар с огромным запасом здоровья. Обязательно поджигай под ним землю. Хорошо бы, конечно, тебе использовать магию каменного выстрела, чтобы еще больше замедлить сопеля. Да? Да, действительно, у него за... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, справляемся пока. Пока вроде бы неплохо. Значит, что ж ты будешь делать? Ты опять... Конечно же, опять. Оу. Что-то новенькое, друзья мои. Они пошли все в разнобойку. Так, погоди. Дракончики. Дракончики. Так, валим, валим, валим. Фей, ты, если что, по ним поможешь, надеюсь? Кто-то сейчас пойдет. Броневички. Так, вылупляем. Так, свинки поджарились. Я так и понял. Давай, давай, давай. Опять супер там ползет. Действительно с огромным запасом ХП. Посмотри, а. Так, тут крысы. Это еще кто? Что он там несет? Что это такое, ребят? Что-то я взял, я так не помню, чего взял. По-моему, как... Ниор, вроде бы, да? Мне же не показалось. Так, половину мы с тобой отбили. Половину. Давай, сносим. Обучиваем их. Так, переключимся. Что-то никого нету. Носок. Носок летит. Ай-яй-яй-яй-яй. Да чтоб тебе, блин. Получили урон, ребята. Мы вообще хоть отхилимся? Я вроде как реген прокачивал чуть... А, да. Есть, друзья мои, такое дело? Ну, я имею в виду отхил. Что за трэш идет? Посмотри. Хиляемся, ну, потихоньку, еле-еле заметно. Хорош тут пыхтеть. Опять броневики пойдут сейчас. Ну где там, кто? Ну точно. Так, переключаемся срочно. Давай, давай, давай. Мы можем, в принципе, вот так сделать. Тоже неплохо было бы, да? Ну, ты бомбить-то будешь сегодня? Есть. Так, погоди. Ну, кабан, а.
несчастный. Получил? Ты сейчас похрюкай там. Мышь со взрывчаткой. Так вот приходится, ребята, переключать то на одного, то на другого. Есть. Фью. Слушай, мы идеально прошли с тобой. Должны дать все... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фей, помогай. Помогай, родной. Огонек ты... Тугодум, а. Две звездочки, друзья мои, две. Сколько у нас? 354. 354. Темп. Подожди, стойкий сергент. Орех урон. Стойкость. Я думаю, что реген надо прокачать. О! Почти фул, да? Ну и стойкость. Подожди, не... Да какой огонь-то? Че, вот здесь. Окей. Так, регенерация должна быть быстрее идти. Ну, две звездочки. Блин, мне еще интересно, что там за босяцкий у нас будет. Нет, давай же две. Да хорош. Фей, помогай. Слушай-ка, ты посмотри, что творят. По-моему, сейчас меня тут распишут, ребят. Как вам такой? 3 секунды, и я готов. Офигеть. Что я не так сделал? Наверное, надо было поджигать землю. Скорее всего, да. Или как, блин? Не знаю, что-то у меня вообще здесь, ребят, ни чеша не выходит. Если честно, не могу. Прикинь, не могу пройти этот уровень. Почему этот не наносит урон? Мне, конечно, немножко не понять этого. Да ну хорош! Нет, нет, друзья. Не получается. Я не пойму, что надо сделать, чтобы здесь завалить, забомбить их. Хорош там свои отрыжки запускать. Да ты посмотри, сколько их здесь идет. У меня не получается, ребята. Я в шоке. Я просто в шоке. Таким наплывом и все. И вроде бы... Я не знаю, давай попробуем этот уровень, может быть, пройти на 3 звезды. Чё не так? Да. Так его и зовут. Сопель. Крайне неприятный кошмар с огромным запасом здоровья. Обязательно поджигай под ним землю.
Хорошо бы, конечно, тебе использовать магию каменного выстрела, чтобы еще больше замедлить Сопеля. Замедлить. Ну, что-то как-то все из-под контроля, по-моему, вышло у нас. Тебе так не кажется? А от чего они так затормаживаются? Почему здесь они подтормаживают, а там нет? Здесь очень хорошо они подтормаживают. Смотри, они как бы... А там почему-то не шиша. Так, подожди, это, по-моему, у нас обычно идут. Их можно и так разбомбить. Допустим. Видишь, когда снаряды взрываются, они такие, как будто обалдевшие. Так, ладно, переключаемся. Вжариваем. Так, хорош, мыши. Как же ты, Сопель, достаешь меня. Я понял, я, видимо, из-за того, что я там камень, каменная фигня, она вот их замедляет. Получается, это, видишь, как бы огненно, а там еще есть камень. Носки. Так, пошли огнем. Так, переключаемся. Срочно. Крысы, 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 крысы. Так, Сопель опять. Мне кажется, надо как-то увеличивать силу. Сколько там? 500 стоит, да? Чтобы прокачать. Недешево на самом-то деле. Совсем недешево. Что это такое? Это что сейчас такое было, ребят? А что сейчас было-то? Что-то я не врубился, что сейчас за фокус такой был. Да не трогай ты. Фух, и это еще не все, ребят. Это еще не все. Так, броневики, да? Вылупляем, вылупляем, вылупляем. Секунду. Я помню, сейчас какой-то должен быть прикол, на котором в тот раз я сфылился. Что за прикол, ты помнишь? А, драконы полетят, да? Да-да-да, два дракона полетят. Готовимся. После вот этих вот крыс. Они уже вон летят, их видно. Влупляй, 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 родной мой. Давай, 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 прижучим. Не дадим шанса драконам выпустить огонька. Есть! Чистая победа. Отлично, ребят, на 3 звездочки. Так, ну что, блин. А 12 уровень, я черт узнает, как проходить-то.
Вот у нас есть умение. Видишь, вот это вот энергия, огонь. Повышает урон энергетических шаров по броне. А, по броне кошмаров. Так, повышает урон огненных шаров по здоровью кошмаров. Уменьшает время восстановления специального навыка фея. Взрыв, созревание. Созревание, взрыв. Нам что, урон прокачать? Допустим, да, стойкость. Тоже качнем. И созревание. Что-то мне подсказывает, что это мне не поможет здесь. Но 12 уровень, ну не может же быть такого, чтобы, ребята, ну не пройти нам его. Ну что, ну, это за дела? Супель, ё-моё, а. Вот так вот сделаем. Ну, иди ты. Смотри, как они летят неудобно для меня, а? Чтоб тебя. Может, подожжем их, а? Беспонт. Поджигать их тут. Целая армия носков летит. Сейчас заплюют же, да? Почти заплевали, друзья. Почти заплевали меня. Кто там? Бронявые, наверное, пойду сейчас. Ну? Носки. Давай, 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 да, отлично. Так, вот этих еще. Прижучивай, прижучивай, прижучивай. Да уйди ты со своим огоньком. Сейчас должны броневики пойти, давно их не было. Это кто? Это кто? Нет, нет, нет. Это Зуберт. Какой еще Зуберт, блин? Какое жуткое создание. Ну что ты будешь делать? Сезон почти закончен, а тут такой кошмар. Кидай орехи, Диди. Только орехи смогут нас спасти. Серьезно? Да нет, не только орехи. Фух. Друзья, прошел я этот уровень. Офигеть. Так, посмотреть видео, да? Так, ну что, у нас с тобой 247 аниров. 247. Так, и босс впереди. Давай подумаем, куда нам потратить. Так, темп, урон. Вот темп может быть нам. Ну тут 250. А, ну в принципе хватит на один раз, да? На один раз прокачать хватит. Ну что, друзья, давайте смотреть, что здесь за босс такой. Я думаю, будет суровый. Это последняя неделя весны. И главный кошмар этого сезона — экзамен по математике. Ты не сдашь! Я уничтожу дерево своими непонятными символами! О как. Диди, ты силен в математике? Ну, более-менее что? Нет, но я силен в магии. Зададим экзамену урок. Вот вы как. Экзамен по математике. Ага. Так, он какие-то буквы в меня бросает. Оу. Подожди, подожди, подожди. Подожди!
Ничего себе, блин. Хо-хо-хо-хо. Зашибись, я... Это последняя неделя. Нет, но я силен в магии. Я даже ничего не успел сделать, если честно. Ладно, лук мы с вами можем просто уничтожить. Ага. Так, подожди. Нет, ребята, он слишком силен. А как же тогда быть-то? Это причем у меня все прокачано. Нет, давай. Но я силен в магии. Зададим экзамен урок. В магии ты силен. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Никто не сдаст математику! Никто! Да иди ты. Да ё-моё, он эту фигню поставил, которую я просто не могу, ребята, ее даже, как тебе объяснить, пробить. Понимаешь? Мои снаряды не пролетают мимо. Нет, да иди ты знаешь куда. Силён в магии. Зададим экзамен урок. Силён ты в магии. Смотри, вот здесь если у нас нормально все идет. Вот. Никто не сдаст математику! Никто! И все. Просто своими огоньками меня заплевали. Да, это друзья. Это последняя неделя. Ты! Нет, да иди ты в пень, ты. Да, зададим я. Экзамен урок. Причем начало еще тут легко как-то. Сам видишь, да? Вот сейчас он заорет, когда? Синус, косинус, блин. Как вот эту штуку попробую подбить? Никто не сдаст математику! Никто! Да, конечно. Я сдам. Я должен сдать, ребят. Мы обязаны сдать. Как ты достанешь? Меня все боятся! Я главный ужас весны! Ну и что? Что ты главный ужас весны? А мы стражи галактики почти. Да, друзья? Ну, последний выстрел. Фух. Все возможно, ребята, если постараться. Все возможно. Ох, ничего себе они заработали. Сбор урожая. Ты прикинь. Да я сейчас тут... Да я сейчас тут так прокачаюсь, ребята. Темп, а так, огонь, давай. Тык-тык-тык-тык. Ага, здесь у нас стойкость, урон, урон, урон. Навык, это у нас навык, давай. Навык фея прокачаем. Так, урон. Вообще шикарно. Вообще шикарно, ребят. Босса, причем на 3 звезды прошли. Обалдеть. Так, ну давай посмотрим с тобой, наверное, вот этот уровень. Кто у нас здесь? Вот и лето пришло! Тепло и солнце! Ага. И новые порции кошмаров, посягающих на дерево снов. Вот и Пятач пожаловал, отец Табанины. Более зрелый и злой. Пятач! Если мы с экзаменом по математике расправились, то и Пятач нам не страшен. Это уж точно. Не напоминай мне об этом ужасе. Не напоминай.
Ну, Питач, да, действительно такой серьезный чувачок. Так, носок. Слушай, мне кажется, или мы с тобой как-то стрелять стали побыстрее, да? Не пройдете, гаденыши. Так, дракон летит, дракон летит. Помогай давай. Сейчас будет огоньком плеваться. Так, мышки, 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 мышки. Угу. Пока все хорошо, ребят. В огонь. Включаемся. Атакуем. Орех-то у нас теперь крепенький стал, да, я смотрю. Не так быстро его сломать. Отлично. Давай. Есть. Огонь. Батарея. Блин. Хрюкал этот, не, как его там? Как его звать-то, я уже забыл. Ты понял, да? Ай-яй-яй. Взял, уничтожил мой орешек. Как он там? Сопленыш? Сопленыш. Ну хорош. Прекрасно. Так, это броневые? Точно, это броневые. Переключаемся. Атакуем. Слушай, а фей быстро восстанавливает энергию себе, кстати. Отлично, не зря качали. Вот это надо еще все-таки прокачать. Чтобы еще быстрее. Блин, сопленыш этот ползет. Ай-яй-яй-яй. Так, орех созрел, да? Орех у нас созрел. Так, ну что, где? Бомбим. Надо будет потом прокачать еще, чтобы урона было побольше огненного именно. Чтобы было именно побольше огненного урона. Да хорош ты уже там хряпает. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Не вздумайте подходить. На пушечный выстрел, чтобы вас тут не было в духу. Всякие хряковичи, шмаковичи, да? Забрал. Да ё-моё. Вылупляем. Но они, кстати, очень хорошо горят. На огненной земельке. Так, сейчас что-то будет. Кто-то побежит, да? Носки. Вонючие носки бегут. Фей, ты будешь мне помогать? Он делает. Это вот мы его так прокачали, это у него такой супер удар теперь, что ли, я не могу понять. Но меня устраивает вполне. Да ладно, прошли, что ли? Упс. Надеюсь, это последний сопленыш этот. Да, ребята, на 3 звезды, как с куста. Шикарно. Фью. Ну что, давай, наверное, прокачаем чуть-чуть умение. А именно регенерацию. Подожди, стойкость, наверное, лучше. Или лучше урон. Ух. Темп. А темп чего это? А, выстрел феи, все, я понял. А то он действительно что-то как-то вяленько бомбил.
Ну что, друзья мои, давайте мы с вами на этом, наверное, закончим эту серию. Обязательно увидимся в следующей и продолжим играть. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.